вы сыграли в ничью. Что вы ожидали вообще от игры? Как готовились, может? Конечно, в играх хотели, сколько момент мы забили. И один момент контратаку пропускали. А во время, допустим, они первые забили гол. Да. Что вы чувствовали в этот момент, когда уже понимаешь, что времени мало, и надо как-то выкручиваться из этой ситуации? Мы уже начали вперед играть больше. Как-то момент создавали, забили. Угу. У них один момент, второй тайм, один момент, это гол был, все, контратаку пропустили. Теперь будем работать, сколько моментов мы забили. На реализации теперь будем, дай Бог, работать. А смотря по игре, да, что бы вы изменили, возможно, чтобы как-то обыграть их? Либо был шанс? Конечно, было сколько моментов у нас было. Мы же хотели, но не получилось, если футбол, жизнь продолжает. А что бы мешало выиграть соперника? Моментов не забыли. Очень печально. Да. Ну, что бы еще хотели бы сказать насчет вашего теперь клуба? Дальше будем работать, еще 4 игры осталось. Дай Бог, выиграем сами игры. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое.